Ну что, начну сейчас с чувств о том, с какими чувствами я выхожу на выписку. Видно по мне, что я улыбаюсь. У меня этой улыбки уже не было очень много лет. Ну, все класс. Я надеюсь, что будет все хорошо. А пришел я действительно уже отчаянным старым человеком. У меня стаж был 14 лет. Теперь я просто счастлив, что я попал в эту клинику. Многие говорят, что да не иди, не надо сюда идти, тут плохо лечат, еще какие-то. Я все отставил, уже так устал, что захотел просто пойти. Вылечиться. Теперь я вижу новые перспективы, новые горизонты для своей жизни. У меня наладилась жизнь. У меня наладилось отношение в семье с родителями. Все наладилось, можно сказать. Даже за эти буквально 4 недели я полностью кардинально изменил свой внутренний мир. Сегодня на группе на прощальной ребята говорили, как я изменился. Я сам это чувствую, сам это знаю. Ну, всем сказать хочу, что сюда и шел, меня никто не верил, что я когда-то брошу. Никто. Даже я уже сам себе потерял веру. Все говорили, что я конченый. Ну, все это знают, как родители запрещают общаться. Мне многие запрещали со мной общаться родителям. Все наладилось у меня. Всем ребятам, которые попали сюда, прежде всего желаю терпения первые несколько дней. Пускай сначала вас отпустят, а потом будете думать, бежать отсюда, не бежать. Вряд ли вы хотите убежать. Все же мы когда-то принимали наркотики, каждый день говорили, что все это последний день, последний раз. Все, ребята, это у вас последний день и последний раз, поверьте. Поздравления. Если хотите лечиться, вы обязательно здесь получите помощь. Обязательно. Я рад, что сюда попал, очень классная клиника. Ну, всем удачи и выздоровления.